кинематографу, да? Все, наверное, видели фильм «Битва за Севастополь». Видели? Чего такое? Не любите отечественный кинематограф, что ли, или как? «Битва за Севастополь», там про снайпершу. Не видели, нет? Вот, а что так скромно-то, видели, да? И наверняка там вам запомнился саундтрек, да? Кукушка. Какой? Кукушка. Она самая, да. Ну, хочу сразу напомнить, что это написал не Меладзе, и в идеале поет не Полина Гагарина, да? Вот. Это песня Виктора Цоя, но Полина у нас есть, друзья. Песня «Кукушка». А поможет нам Полина Валей. Thank you.